Кристина. Афа. Меня зовут Петя. Первоклассники, чьи родители трудятся в администрации округа, в День знаний побывали на работе у мам и пап. Малыши также познакомились с главой муниципалитета. Узнали, что самые простые вещи, которые окружают их в жизни, функционируют благодаря деятельности их родителей. И школы, и садики, где вы были, и сейчас вы пошли в первый класс, будете в школе учиться, и детские площадки, и парки, и разные-разные развлечения, которые у вас еще будут в большом количестве. Вот всем этим занимается администрация. Любопытные малыши прошлись по коридорам, заглянули в кабинеты. Рабочее место главы округа пришлось по душе каждому. Уж слишком много здесь интересных деталей. Это наш герб Одинцовского округа. Это что за парк? Россия. И... Московская область. Хоть и маленькие, но уже много знают и умеют. Ребята представили свой фильм, за который получили подарки, медали и, конечно, сладкое угощение. А напоследок напутствие от главы «Хорошо учиться». Чтобы родители за вас радовались, вы должны учиться хорошо. Получать пятерки. Чтобы у вас было хорошее поведение. Вы интересовались дополнительными занятиями, кружками, спортом. Администрация вместе с родителями сделают все возможное, чтобы учеба протекала интересно и плодотворно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».